снимаем. Почему металл белого цвета? Вопрос. Вот это цело. Естественно, полюса есть. Ну, пусть тут будет плюс. Инь-янь, типа, да? Это не плюс, не минус. Тоже логика есть, да, между магнитами. То есть три точки. И три базовых цвета, из которых сочиняется любой. Ну, пусть здесь будет красный, синий, да, или черный, ультрафиолет всякий там, и инфра, и ультра-инфра. И средний цвет. Какой средний цвет? Зеленый? Нет, желтый. Красный, желтый, синий. А, ну да. Из этих трех цветов собирается всего остального. Огонь, да? Вода, инь-янь. Ян воплощается в огонь, инь в воду, земля беззарядная. То есть отношение плюса и минуса — это вот это. Отношение земли и огня — раз. И отношение земли и воды — два. Что это? Это дерево и металл. Металл. Отношение огня и земли — это дерево. Малый инь, да? Малый ян. Малый ян, правильно. Отношение земли и воды — металл. Малый инь. Малый инь. Вроде все по плану. Ну да. Красный с желтым. Вот тут вот интересно. Смесь красного и желтого что дает? Оранжевый. Я тут запишу в сторонке, потому что тут все наоборот. А смесь желтого и синего? Зеленый. Зеленый. И тут вот первый любопытный вопрос. Почему красный огонь, а синий вода? Хотя с другой стороны, синий может быть с таким же успехом ян, небом, а красный может быть инь, землей, ну ад там, да, вот эти все плотные вещи, инфразона так называемая, ультразона. Это первый и очень хитрый вопрос. Когда красный я, а когда он и когда синий и когда он я. Следовательно, если синий я, да, а красный, тогда дерево будет зеленым. Да, а там оранжевый. А здесь оранжевый. Оранжевый. Но металл пишут белый. Почему вопрос? И почему металл обозначается иероглифом дин золот? Правильно? Молчаливый кивок за кадром. Так ведь? Ну. Почему металл не оранжевый? Тут говорил. Два вопроса. Первый вопрос. Почему вот эта вот чехарда с полюсами случается? И почему металл белый, а не оранжевый? Ответ. Я знаю, но не скажу. После 30 лет мозг сохнет, поэтому надо им пользоваться.